Ну что, скайп, идем? Идем. Идем дальше. О, мы перешли на другой берег. Вот мы пришли на песок. И что здесь нас ждет? Загадка, ребята. Ну что, готовы? Готовы. Конечно. Я читаю. Слушайте загадку. Слушай. Так, что это? Дождик теплый и густой. Это дождик непростой. Он без туч, без облаков. Целый день идти готов. Это душ. Ой, Настюшка, ты прям так сразу отгадала? Да. Так, он без туч, без облаков. Целый день идти готов. Точно, ребята, это душ. Так, а где у нас здесь душ, Настюша? Вот. Точно. Давай посмотрю карту. Бери карту, Настюша. Так, давайте посмотрим. Загадку отгадали. Да, надо идти. Настюша, надо идти к душу. И там будет еще одна загадка. И мы получим, наверное, ответ. Да. Давай, бери лопату. Вдруг там сокровища. Да. Ну что, пошли? Пошли. Отправляемся, ребята. Так, идем за Настюшкой. Скай, подожди нас. Точно, Настюшка. Скай, это же душ. Точно, Скай, это душ. Ну, и что? Ага, мы должны отгадать загадку. А где загадка? Так, к душу подошли. Так, загадка. Здесь на карте загадка. Возле душа. Встанем на ножки, сделаем шажочки. Аккуратно, не спеша, мы пойдем искать тебя. Настюша, что это может быть? Ой, ребята, вы знаете, что это, а? Может, напишите в комментариях? Ой, это будет очень долго с ответом ждать. Мы тут с Настюшей вообще пропадем. Скай! Да. Скай! Ну что, ты знаешь какой-нибудь ответ? Нет. Друзья, давайте я вам подскажу. Встанем на ножки. Скай, ты стоишь, да? Так. Сделаем шажочки. Да. Так, ну-ка. Так. Сделаем шажочки. Аккуратно, не спеша, мы пойдем искать тебя. Скай, что это? Я поняла. Мы должны шагать и искать клад наш. Настюшка. Давай. Подожди, а как же мы узнаем, как искать? А сколько шагов надо сделать? Считать. Ой, как же все запутано. Настюша, ты знаешь какую-нибудь подсказку? Что же нам делать? Знаю. Какую? Что ты знаешь? Может быть, нам душ подскажет номер. Душ подскажет номер? Ой, а это мысль. Скай, посмотри, может, там на нем цифры есть какие-то. Слушай. Где? Точно, Скай, я знал, что ты самая лучшая. Это же номер шелок. Сколько шагов нам надо делать? И правда, вот почему карта привела нас к душу. Настюша, так давай искать тогда 40... Подожди, стой. Ага, надо шагать 40 шагов, что ли? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
Настюша, что это за чувак сидит? Ой, это за чудо. Подожди, мы уже просчитали ряд, так нам же здесь надо копать. Ой, скажи ему, чтобы он отсюда ушел. Мы ищем клад, подвиньтесь, пожалуйста. Настюша, нам надо копать здесь. Раскопки продолжаются, Скай! Ребята, у нас уже такая большая яма! Где наше сокровище, Скай? Я так долго копала! Может быть, мы не найдем клад? Не отчаивайся, Скай! Продолжать копать надо! Скай, я что-то вижу! Тоже. Что это? Не знаю. Давай, откапывай скорей! Кажется, мы нашли! Ха-ха! Мы нашли сокровища! Стоп! Что это за кулек? А где сундук? А где сундук, Скай? Я знаю, что сундук должен быть! Так вот я сундук! Хе-хе-хе! Давайте будем открывать его! Открываем! Давай, посмотрим! Я всегда знала, что Скай самая лучшая! Вот это сокровище, Скай! Смотри! Скай, как я... Здесь игрушки! Скай, как я! Игрушечка Скай! Космонавт! Так! Гонщик! Гонщик! Крепыш! Ух ты, крепыш! Так, что здесь еще? Кидал! Здесь сладости, ребята! Так! Ну какие же сокровища без денег? Да. Без денег, Настюшка? Да. Сколько у нас здесь? Ух ты, так это же еврики, ребята. Так, что здесь еще? Печенюшки. Орео печенюхи. Мои любимые. Так, орео печенье. Что? О, киндер-сюрпризы. А что это за киндер-сюрпризы? С колонной и со звездочкой. Парами принцесса, смотри. Испанские киндер-сюрпризы! Ну что, открываем? Вот это! Давай, Настюша! Посмотрим, что там за игрушки! Давай! Открываем! Ой, желтая капсула, не оранжевая! Что это за игрушки, интересно? Что это? Скейт! Ух ты! Скейт! Первый раз нам за все киндеры попался скейт! Я уже забрала! Я буду кататься на скейте, можно? Конечно, да. Это будет мне. Ха-ха! Ву-ху! Садись. Так на него еще наклейки есть, да? Да. Ого, ребята, смотрите, скейт у нас акула. Смотрите, какая у нас акула. Да. Вот это крутяк. Ну что, клеим? Клеим наклейки. Вот, смотрите, какие у нас наклейки. Акула, клей, Скай. Сейчас Скай наклеит. Для Скай наклейки акула. Да, вот так. Ух ты, какой скейт. Класс. Вот такой у нас скейт акула. Давай еще один. Скай, у тебя самый крутой скейт? Да. С
Смотрите, ребята, здесь три игрушки из щенячьего патруля и три киндера. Значит, каждому по киндеру. Открывай, Скай. Открыла. Так. Вот. Здесь тоже желтая капсула. Ну как это нам не везет? Ну что, посмотрим. Я знаю, это значит для меня. Я же крепыш, я желтый. Ха-ха. Это может кто-то мне. Я девочек. Это что? О, не! Это не для меня. Я заколки не ношу. Ах, печалька. Ну, тут есть писемочка. Я знаю, для кого это, Скай. Так это же для кошечки Кали нашей. Кали, это для тебя сюрприз. Давай соберем. Давайте посмотрим инструкцию. Так. Да, это заколочка в виде бабочки. Смотри, вот это красота. Да, давай ее соберем. Смотрите, ребята, такой крабик. Ну что, достаем третий сюрприз? Он куда-то спрятался, он спрятался. Ну что, Скай, открывай. Где Скай? Ушка Скай. Не настоящая Скай. Где Скай? Опять желтая. Опять желтая. Ни одной коллекционной игрушки. Жулики. Кто прятал эти сокровища? О! Это для крепыша? Да. Это что такое? Боже, что это черное, ребята? А, так это для корабль. Корабль? Тут же луч. Друзья, это у нас, что это? Это какой-то, это какая-то юла, Настюша. А, юла. А чего, это... прикольно. Она какая-то огненная, да? Да, огненная юла какая-то. А, гонщик и Скай, вы поменялись. Я себе взяла вот такую очаровательную заколочку. А мне подходит вот такой скейт. А когда же мне что-то будет? Вот. О, это уже интересно. Вот такие на сегодня были приключения. Мы нашли сокровища и сладости. Отлично у вас сокровища. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Настюшек. Пока-пока. Пока-пока, Настюша! Пока-пока, друзья! Пока-пока! Пока-пока!